У ГДУ имя Франциска Скорины прошел отборочный тур в рамках международного конкурса от компании Huawei. На початку наступного года переможцы примут удел в республиканском этапе. Главный приз – стажировка у Китая. Правда, для этого уже зараз необходимо быть специалистом у сферы информационно-коммуникационных технологий и добро ведать английскую мову. Тему протягнуть наши корреспонденты. Сегодня в Гомельском державном университете ведется навучание по 5 специальностях, которые относятся до IT-сферы. Причем это саправды грунтовная подрыхтовка. Во всяляким выпадку без працы выпускники установы николи не застаются. Об досягнениях китайской компании Huawei тут так само добро ведают. Летось нават наведали яе Минское представництво. Зараз у студентов з'являється махчимость наведать доследшие лаборатории непосредственно у Китае. В университете лічать, что тут есть студенты, которые могут выиграть проводимый компании. Конкурс. Уровень у нас соответствует, потому что наши студенты участвуют в различных мероприятиях международных, занимают там призовые места. И уровень там вполне соответствует. Коль такая компания, как Huawei, уже приехала к нам в университет для того, чтобы поработать с нашими студентами, значит, есть с чем работать, есть с кем работать. У Гомельском державном университете имя Франциска Скорины представники компании Huawei упершиню. По великим рахунку, это крок по реализации меморандума о подрыхтовце белорусской молоди у сферы информационно-коммуникационных технологий. Гэты документ помеж компанией Huawei, Министерством связи и коммуникации Беларуси, Республиканским министерством адукации и компанией по развитию индустриального парка «Великий камень» был подписан у липени этого года. Причем только проведением конкурсов для студентов и организации стажировок для выкладчиков ВНУ супрацовництва не обмежевывается. У Гомеля представники компании презентуют наиновшие технологии на кшталт «Разумный город» и 5G, пятого поколения мобильной связи. Сярод плюсов – звышнодейные системы коммуникации и высокая хуткость интернету. Причем новые лишбовые технологии можно с поспехом выкористовывать практически во всех сферах. У тем лику для навучания студентов. Мощность высокой скорости 5G, да, использовать дистанционный учебу. Не надо туда-сюда ездить. И, конечно, сейчас наш интернет тоже, может быть, мы скачаем, нужно час или часа два. А если с 5G, мы можем скачать вот как электронные занятия за секунду. И сразу мы можем учиться онлайн. То более эффект, да, лучше. И у протяг темы супрацовництва. Подчас приезду представников Huawei, керавництва Гомельского державного университета выказывая пропанову открыть специализованный класс от компании и затвердить от яе некалькі стипендий. Олег Сентюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.